2016 год стал знаковым для многих специалистов такой непростой, но очень нужной профессии, как педагог. Наука не стоит на месте, потому вузы стараются генерировать учебный и воспитательный процесс, адаптировать его к требованиям времени, условиям рынка, а также кадровым потребностям страны. Для Брестского государственного университета имени Пушкина 2016 год принес немало юбилеев и знаковых дат. Отметился он и перспективными научными событиями. Об этом шел разговор во время праздничного совета. Конечно же, 2016 год был очень успешным для нашего университета. В этом году нашими преподавателями было защищено 10 кандидатских диссертаций, 1 докторская диссертация. Проводились фундаментальные исследования по 4 госпрограммам, и в рамках этих государственных программ было выполнено 17 заданий. Все исследования были осуществлены и принесли как научный, так и практико-ориентированный эффект. Очень приятно и то, что в этом году столько защищенных преподавателей, в последние 3 года тоже, что по проценту преподавателей с учеными степенями и званиями мы в республике нашей находимся на 3-м месте. Новые образовательные проекты, новые творческие инициативы, взаимодействие с руководством города и области в деле формирования имиджа региона. Эти и многие другие начинания стали изюминкой в насыщенной программе мероприятий. Заслуги пушкинских педагогов были отмечены и на республиканском уровне. Заведующий кафедрой истории славянских народов Александр Вабищевич получил аттестат профессора по специальности история из рук главы государства. Сопровождая в современном глобализованном свете, идет вельми жорсткая конкуренция. И как заховать это место под солнцем, конечно, Беларуси треба включать все свои резервы. И один из самых значных резервов – это наука. И тут потребно, конечно, и повышать эффективность, и выходить на новые вышини о доследованиях по всех направлениях, как о IT-технологиях, в медицине, аграрной науке, так и гуманитарных науках. В торжественной обстановке наиболее отличившиеся специалисты Пушкинского вуза получили заслуженные грамоты и благодарности. Еще одним символичным подарком для них стал праздничный концерт. Конечно же, каждый из награжденных долго шел к этому заветному моменту. Тому подтверждение – большая выставка учебных пособий, изданных в разное время. В год науки эта работа будет продолжена. У нас будут тоже защищены и кандидатские в следующем году, и докторские диссертации. Мы ориентированы на том, чтобы проводить больше исследований хоздоговорных, научных исследований при взаимодействии с предприятиями, организациями. Вместе с тем, почти на каждом факультете будет уже сейчас практически реализован, но мы в этом году, в 2017, думаю, что это будут все кафедры, проходить инициативные научные работы в рамках ориентации, научной ориентации кафедр. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.